Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами вместо репетитора Елена Викторовна. И сегодня мы с вами порешаем простые уравнения. Все простые уравнения и вообще все уравнения, они основаны на знании компонентов действий математических. Сложения, вычитания, умножения и деления. Давайте с вами запишем первое уравнение. От края отступаем одну клеточку и записываем x. Это будет неизвестный компонент. Вместо x может быть любая другая буква, переменная. Переменная – это значит, вместо этой буквы может быть любое число. X плюс 25 равно 48. Действие у нас сложение. Вспоминаем компоненты действия сложения. Первое слагаемое, подчеркнем его. Второе слагаемое. И результат действия сложения – это сумма. Возьмем его в кружочек. Итак, чтобы найти неизвестное слагаемое, нужно из суммы вычесть известное слагаемое. Записываем x равен из суммы, то есть от 48, мы должны отнять 25. Находим результат. X равен 5, 8 минус 5, 3, 4 минус 2, 2, 23. X равен 23. Делаем проверку. Мы вместо неизвестного компонента, вместо перемены X, подставляем 23. 23 плюс 25. 23 плюс 25 будет 48. Сравниваем. 48 равно 48. Записываем сюда. 48 равно 48. Следующее. Раз, два, три. На четвертое будем записывать пример. Здесь мы с вами рассмотрели компонент действия сложения. Точно так же будет выполняться уравнение, если неизвестный компонент будет вторым слагаемым. Сейчас рассмотрим с вами уравнение на действие вычитания. Запишем уравнение. X минус 33 равно 50. Вспоминаем компоненты действия вычитания. То число, из которого мы вычитаем, называется уменьшаемое. Возьмем его в кружочек. Уменьшаемое. То число, которое мы вычитаем, называется вычитаемое. И то число, которое мы получаем, называется разность. Смотрим, какой компонент нам неизвестен. Нам неизвестно уменьшаемое. Чтобы найти уменьшаемое, нужно к вычитаемому прибавить разность. X равен, складываем, получится 83. Подчеркиваем корень уравнения и делаем проверку. Мы вместо x подставляем его значение. 83 минус 33. 83 минус 33 равно 50. Сравниваем ответы. 50-50. 50 равно 50. Следующее уравнение мы с вами выполним тоже на действие вычитания. Запишем следующее уравнение. 56 мы отнимем x, получится 24. Еще раз вспоминаем компоненты действий. 56 это уменьшаемое, вычитаемое, разность. Вспоминаем правило, как найти вычитаемое. Чтобы найти вычитаемое, нужно из уменьшаемого вычесть разность. Записываем x равен. Мы от 56 отнимаем 24. X равен 6 минус 4, 2. 5 минус 2, 3. X равен 32. Вместо x подставляем его значение. Записываем. Проверка. 56 минус 32. 6 минус 2 – 4. 5 минус 3 – 2. X равен 24. Проверяем. 24 равно 24.
Мы с вами сейчас рассмотрели два действия. Действие сложения и действие вычитания. Сейчас рассмотрим уравнения, простые уравнения. Действие умножения и действие деления. 1, 2, 3. На четвертое будем записывать пример. 13 мы умножим на х равно 39. Компоненты действия умножения. Множитель, множитель и произведение. Чтобы найти неизвестный множитель, мы должны произведение разделить на известный множитель. 39 нам нужно разделить на 13. Методом подбора. Сколько раз по 13 надо взять, чтобы получилось 39? Надо взять 3 раза. Х равен 3. Делаем проверку. Мы вместо х подставляем его значение. 13 умножим на 3 равно 3 на 3 – 9, 3 на 1 – 3. Получилось 39. Сравниваем ответы и записываем. 39 равно 39. Следующий пример. Точно так же будет выполняться, если неизвестный множитель будет первым. То есть по такому же принципу произведение нужно разделить на известный множитель. Теперь с действием деления. Давайте запишем такой пример. 45 нам нужно разделить на х равно 5. Вспоминаем компоненты действия деления. Делимое, то число, которое мы делим, возьмем его в прямоугольник. Делитель и частное. Чтобы найти неизвестный делитель, нужно делимое разделить на частное. Х равен 45 разделим на 5. 45 разделить на 5 равно 9. Подчеркиваем корень уравнения и делаем проверку. 45 мы разделим на 9. Вместо х подставляем 9. 45 разделить на 9 будет 5. Сравниваем результаты. 5 равно 5. Следующий пример решим на действие деления. Нам будет неизвестно делимое. 1, 2, 3. Х мы разделим на 13 и получим 5. Вспоминаем еще раз компоненты действия деления. Делимое. Возьмем его в прямоугольничек. Делитель и частное. Чтобы найти неизвестное делимое, нам нужно делитель умножить на частное. Х равен. Мы 13 умножим на 5. Умножаем. 3 на 5 – 15. 5 пишу, 1 запоминаю. 5 на 1 – 5 и 1 запомнили. 6 – 65. Х равен 65. Делаем проверку. Мы вместо х подставляем 65. 65 мы разделим на 13. Методом подбора. Сколько раз по 13 нужно взять, чтобы получилось 65? Нужно взять 5 раз. Сравниваем ответы. 5 равно 5. Все. Сегодня мы с вами выполнили решение простых уравнений, вспомнили компоненты действия сложения, вычитания, действия умножения и действия деления. Давайте еще раз проговорим, как найти неизвестное слагаемое. Чтобы найти неизвестное слагаемое, нужно от суммы отнять известное слагаемое. Еще раз повторим. Чтобы найти неизвестное слагаемое, нужно из суммы вычесть известное слагаемое. Компоненты действия вычитания. То число, от которого мы вычитаем, называется уменьшаемое. Вычитаемое и результат – это разность. Чтобы найти уменьшаемое, нам нужно к разности прибавить вычитаемое. Далее, чтобы найти вычитаемое, нам нужно из уменьшаемого вычесть разность. Компоненты действия умножения.
первый множитель, второй множитель и произведение. Чтобы найти неизвестный множитель, нам нужно произведение разделить на известный множитель. Действие деления. Делимое, делитель и частное. Чтобы найти неизвестный делитель, нам нужно делимое разделить на частное. Делимое, делитель, частное. Чтобы найти неизвестный делитель, нам нужно, чтобы найти неизвестное делимое, нам нужно делитель умножить на частное. Попробуйте порешать самостоятельно простые уравнения. А на сегодня наше занятие заканчивается. Делитесь этим роликом в социальных сетях и родительских группах. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить очередное занятие. Пишите мне комментарии, ставьте лайки. Всего вам самого доброго. До новых встреч, друзья!